Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Всем доброго утра. У нас уже, правда, 10:30. Мы уже тут выучили английский с Григорием. Ну, Гриша, в общем, выучил, пришел, мне все рассказал. Теперь у нас чтение. А я тут пока занимаюсь пряниками. Формочки подготовила, которые сейчас буду делать. Будет вот такой шар, варежка, просто кружочек. И будет подарочная коробочка. Вот так будет коробочка, и сверху бантик. Вот Мама, такой вот. Можешь сказать? Скажи. Это нам нужно по математике это тетрадь. Ну, пожалуйста, у нас что нету и по математике. Ой, это в английский по математике в клеточку. Ну, пожалуйста, возьмите. У нас есть? Ну, пойди посмотри у себя. Да, сразу только в широкую. Ну, иди что-то. Еще раз посмотри, хорошо? О. Гриш, это пожалуйста. Я... Угу. Угу. Давай, иди, иди, давай, давай, зайчик, занимаемся. Да, я скажу, я рад за тебя. Пряники напекла. А что ты мало, ты сколько? Ну, еще не все же напекла. Вот сколько из партии теста. Это сколько получилось? 10 подарочков. И 6 кружочков. Ну, из почти одного пласта. Да? Ну, надо 40. А, ну, почти половина. Да, почти. Все, мамуля с папулей повезут. Всем привет. Григория. Поедем, Григория повезем. К Николаю Степановичу, да? Не, Николай Степанович сам поехал. Это. А, он же кровь с пяточки. Да, ему кровь с пяточки. Там с ним будут делать. Все ему причиндали. Ну, ясно. Ну, как он переспал ночь, хорошо? Ну, к нам не приходил еще. Да, ну и не плакал ты, не слышал? Не знаю, мы не знаем, мы не слышали. Я же сплю, подушку ухо накрываю. Да. Ну, понятно. Так, выставляю видео про то, про что? Про праздничные платья и про радость, которая случилась у нас в семье. 15 декабря еще одно день рождения. В общем, 8% уже. А мы поехали на Красную площадь. Так, все, я сейчас одеваюсь, если честно. Какой-то мне видон, но не было времени приводить себя в порядок, потому что Гришка у меня в мыслях уроки с утра. Вот, и сейчас быстренько поедем, купим подарки детям, но не покажем, потому что нас смотрят их друзья и вдруг расскажут им. Дети бывают, что меня не смотрят, но их друзья смотрят. Так что мы поехали. Все, я закрываю ворота. И мы едем. И ждем снега на Новый год. А то лужи. На заправку, как всегда, куда ехать? В моей машине нет бензина. Я не знаю, что там видно вам цены, какой у нас бензин. Все, мы приехали. Достаточно хорошо доехали, не было даже пробок, все отлично. Но места тут много-много занятых, потому что рабочий день, обед. Какие клевые бутылки, мне нравятся вот такие. Так, а сижу, не понравилась такая гантеля. Вот это стоит 99 рублей с трубочкой, а вот эти по 149, это в Модисе. Другого хотелось. Тупо на Красной площади. Так, мы на третьем этаже. Куда мы идем? Детский мир? Да давай Ой, тут куча всего, санки уже. Да, на таких, конечно, крутяк, да, кататься? Ну да, но это тоненькие, а там этих были. Ну они ж там на сколько этих? Так, а что тут за машинки? Такие мы еще не знаем, да? Такие мы машины еще не знаем, да? Все? Не знаю, зачем. Принеси чек с 1 по 14 января, и что-то тут будет тебе счастье, короче. Да. Она... Так, ну что, мы куда? Вниз? Тут, гля, даже народу нету, Сержуня. Народу даже нету, обалдеть. Ну, сегодня вторник.
Это все, что в прошлом году, да? Вот такой поросят. Так, а мы зашли в Читай-город. Тут тоже куча интересностей. Ой, мне так эти, наверное, такие поливалочки милашные. И ведра тоже мне нравятся. Мне кажется, можно ведро пряников напечь, да? А еще вот это дерево очень красивое. А тут что есть? Здесь игры, да? Гришка, кстати, вот недавно мне сказал, давай заедем, купим какую-то настольную игру. А тут, кстати, очень слушай, много. Гришка последнее время говорит, это равносильно, что с тобой. Ты тоже каждый раз у тебя идеи. Что-то хочешь, да? Да, тут, по идее, каждый день нам надо проезжать мимо Красной площади, чтобы... Вот я какие наклеечки. Красивые. На пряник, да? Чтобы зубы сломать. Да. Ага. Это какая-то новая, да? Фоткаться белками? Да. С Новым годом. С Новым годом, Сереженечка. Так, мы теперь куда? Мы уже дома. Сколько там? 3:15 все подарки убрали. Спрятали. Сейчас буду готовить ужин и потом уже заниматься пряниками. Здесь у меня перловка в мультиварке. Я ее включаю 2 раза. Вот сейчас вот это был первый раз. 25 минут уже заканчивается. 7 минут осталось. И сделаю на гарнир еще рубленые котлетки с индейкой. В общем, уже порезала индейку мелко, лук. Сейчас сюда яйцо, сметану майонез у меня, к сожалению, нет. В общем, все на глаз. Немножко муки. Вот такой вот что-то. И постоит, и я потом все это пожарю. Я сюда еще добавила крахмала, но не стала добавлять муки. Получается, здесь слишком жидкости не будет, потому что мясо все-таки домашнее и не замороженное. Поэтому тут вроде бы как ничего не должно вытекать. Но зато добавила кетчуп. Потому что там совсем чуть, уже не хотела его в холодильник класть, поэтому сюда его положила. В общем, кетчуп, сметана, соль, перец, лук, индейка и немножко крахмала и одно яйцо. И из вот этого всего буду жарить такие оладики. Перловка будет и сейчас еще сделаю подливку. Так, вот такие вот получаются оладики. Сейчас буду их переворачивать. Слушайте, ну кетчупом прям пахнет. Ну, таким жареным помидорчиком. Надеюсь, что не развалятся без них, потому что их придется добавлять. Ждем ванны, потому что они, видите, такие румяные из-за кетчупа это. То есть, ну, томат. И они всегда вот такие вот. Нет, не разваливаются, все в порядке. Сейчас еще поджарится. И все отлично, буду доставать. Так, нет у меня этой ложки. Вернее, есть, но какая-то такая недоложка называется. Буду ложить на тарелку все. И тарелку надо приготовить. Память на телефоне закончилась, так что сейчас быстренько все перекинула на компьютер. А здесь на медленном огне, ну, можно уже чуть увеличить его. Зажаривается, и все вот это вот я кладу на салфетку, потому что масла тут очень много, и еще прям, мне кажется, надо и сверху его промакивать. Так, еду за Григорием. Боже, сейчас разговаривала со Степой, это так смешно. Му-му, кто такая му-му-мы? Ну, я-то помнила, что это собака. Степа говорит, Сережа, кто такая му-му? Он говорит, это произведение. Ой, как давно мы учились в школе. Но мы пока до Муму еще не дошли с Гришей. Вот, в общем, едем за Гришей, потом за Антошей, за Афоней. Ой, трясусь по кочкам. Ой, вот опять этот школьный автобус, вон он там. Довез детей только до Степной, то есть только вот там вот до угла, идите дальше сами, представляете? Я, честно, в шоке. Я прям ругалась уже, но сейчас сами мы возим детей, потому что здесь идти, во-первых, и грязь, и собаки тоже бывают бегают, поэтому опасно. То есть утром автобус довозит, он приезжает прямо к нам на хутор, а вечером не хочет туда ехать.
хочет, чтобы дети шли пешком по темноте. Ну, то есть уже вот так вот смеркалось это называется. Так, Вета и Гриша, везу Вету домой. Красота какая в садике. Еще и новогодние мультики. Ты тут смотришь, Маргарит? Так, кто у нас главный по ложкам? Я! Давай, нет, у меня нет. Ты что, меня стукнул? Положи все, если осталось. Ничего, это пить. Сейчас я почитаю. Так, я все напекла, все пряники. Будут разные. Как я уже говорила, это будут коробки с подарками. Просто шарики. Это варежки. И это вот эти вот шары, которые нужно трясти. Как они правильно называются, не знаю, в общем. Магические шары, назовем их так. Все испекла. На фоне у меня тут какая-то фигня идет. Я, честно, не слушаю. Я такое не люблю. Так, все, делаем глазурь. Подожди. Давай. Новый год! Новый год! Дальше. Дедоголов нету! Правильно. Дедоголов! Нет, я расскажу. А у Луны? А вот! А Дулек? Перевод. Подожди, перевод сейчас покажем. Где тут перевод? Сейчас мама поставит. Вот такой вот перевод. Новый год, Дед Мороз ко мне идет. Расскажу ему стишок, получу конфет-мешок, да? Да, вот кум что принес, покажи. Так кум, скажи, сам сделал, да? Ты сильный? Да, я кажу. Ну вот так. А вот не опали. Вот так. Помогу. Так, ну что, сегодня я закончила без 15.2. Все 38 пряников залиты. И завтра буду писать имена просто под проектором, имена, и делать такие небольшие наклеечки. В общем, все, посмотрим, как это все получится. Так, а сейчас я иду в кладовку. И достану мясо. Надо же теперь выбрать, что мне завтра приготовить. Если честно, даже не знаю, что. Надо из чего-то выбрать, что у нас тут. Фарш мне тут не нужно. Фарш мне подходит. Что-то горит. Я все-таки, наверное, буду что-то второе готовить. Вот. Для запекания в духовке мне подходит. Все, закрываю. На резинку. Но она чего-то не хочет. Так, ну что, всем пока! Я пошла спать. Очень хочу спать. Завтра опять рано вставать.